Обнаружен енотский туалет. Он исчез отсюда. И сейчас мы его обнаружили вон в том дальнем домике, где он там, Вероника. Да. Пытается. Домики, которые делают для того, чтобы они там спали, играли. Туалет. Не реагирует. Брали сегодня вот у этого персонажа. Вот, видите? Это он закапывает кусочек курочки, который ему сейчас принесли. Все в порядке, все идет по плану. Закопаем. Воду он уже, ему налили, он вылил. У нас сегодня в рабстве сестры Романовы. Вон, монетики водяные. Наша девочка, наша звездочка, сегодня подкинула очередной геморрой. Она же у нас хорошая девочка, да? Она уже отошла от своего путешествия двухнедельного. И сегодня, буквально, в смысле слова, 3 часа назад, была обнаружена вот эта яма, которую девочка выкопала заново. Да, радость моя? А, Яруся? Зараза такая, волчья. Что? Вот почему антиподкоп в их вольере очень-очень важная вещь. Филя, как всегда, ненавидит всех. Ну и сегодня мы играли в Тетрис. Наши фантазии на тему ворон цел и может летать разбились о суровую реальность того, что он не может летать. Мы его такие, лети, птичка, птичка такая, и в траву. Гонялись за ним по всему микрорайону. Больше 10 минут, поймали, водворили вот сюда. Посадили его специально в более тесную клетку, чтобы он к нам привыкал. Потому что в большой клетке он как-то очень дичится, а поскольку его выпустить нельзя, ну его надо ручнить, тем паче это птенец. Катя, помаши людям ручкой, не хочет она. Вот, а здесь у нас поселился сей персонаж под названием Буся. Да, Бусенька, ему сделали, поставили домик, будем надеяться, что он, но вряд ли. Бусенька он такой товарищ. Он любит закапываться. Вот, в принципе, по большому счету, он уже заезжает на зимовку. Что-то мы будем здесь делать на зиму. Ну, это вот. Сегодня такой вот большой объем работы сделан. Так, надо пойти подстраховать Веронику, которая там разбирается в енотьем вольере. Что ты, Ксюша? Там где-то были мешки опилок, нет? Сейчас принесу. Второй полуденный сон после обеда. После обеда. Ну, после. Вот. Какая хорошая девочка Маша. Спит себе. Отдыхает. Любит.
Ну и вот мы с вами внутри енотского вольера. Здесь у них домик на всю толпу. Зачем они грызут ОСБ и отломали вот эту стенку? Ну, это как бы еноту енотское. Это не наше человеческого ума дело. Вот. Бундель усиленно помогает разбрасывать опилки. Раньше посмотри, какая помощница. Закрой ты нижнюю. Количество это наши две матери героины. А это вот отец героин. Черная это Ксюша, светлая это Дундель. А это Степа. То есть ты кашу гречу не хочешь, да? Ну, естественно. Только что была налита свежая вода. Уже грязная. Уже что-то постирали. Дундель. Там он бесится. Мелкопакостная сволочь. Туалет сделали в домике двухэтажном, который сделали под домик для жилья. Там туалет. И тут он уже расшатали домик. Они там все разломали. Все в ОСБ. Ой, молодец, молодец, Дунечка. Дунечка работает. Не покладая лапы, копилочки раскидывают. Молодец. Вот у нас, смотрите, какая у нас девочка и Дунечка. Донька, не грязни мячик, дети поиграют. Все. Дуню вырубила. У нас там еще мячики где-то есть, надо посмотреть. Я вам, кстати, кидала мячик, где-то был. Так, выходим. Воу! Воу-воу-воу-воу! Так. Выход состоялся, вынос мусора тоже. Тебе это не надо, вы это сломали. Дикобразом надо. Сегодня у нас игра в Тетрис. И предотвращение побега. Да? Ты, побегунья. В общем, жизнь бьет ключом, в воскресенье удалось, да? Да, рыжик? Ты мой рыжик. Ты мой рыжик. Что, Санечка? О, мой. Тай, Виля, Виля. Все мои, все. Все мои. Рыжик, бедный. Так, что? Ох, о, волчий нос. Ну вот так. Вечер воскресенья. У нас протекает вот такой дружный работе. А я пока снял. Буси показали уже. Что вы, морды собачьи? Ну и Фаня. Фаня. Фаня моя старушка. Фаня моя веселушка. Вот он, в принципе, переехавший, чувствует себя вполне нормально, сносно. Лапа работает. Хвост вроде бы как тоже. Ест он вполне нормально.
Кто ты? Кто такой? То ты моя красавица, то ты моя старушенция, это моя хорошая девочка. Ты моя красавица, ты моя умница, такая красивая моя волчица. Ты моя самая красивая степная волчица в мире. Да ты моя лапочка. Это где точка G оказывается, где-то вот в этом месте. Ну ладно, спасибо, что смотрите. Спасибо огромное за комментарии, лайки. Мы начинаем готовиться к зиме. Зима будет сложная, холодная. Маша проснулась, перевернулась на другой бок и, судя по всему, дальше продолжит спать. Всего вам доброго!